Здравствуйте. Рядом со мной Олег Костерин, компания InfoVision. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Вы спикер нашей деловой сессии, она начнется буквально скоро. Давайте пообщаемся, какая будет тема. Мы будем обсуждать проблемы автоматизации категорийного управления, какими инструментами на сегодняшний день должен быть вооружен наш категорийный менеджер, чтобы максимально успевать реагировать на вызовы сегодняшних реалий. Я понимаю, что мы будем сохранять интригу, чтобы всем было интересно, но, может быть, какие-то ключевые моменты сейчас скажем. На самом деле, вот второй день об этом идет речь, что на сегодняшний день категорийные менеджеры требуют инструментов подсказок, помощников, потому что их основной функционал – сформировать добавленную стоимость компании. И если они будут заниматься тем, что строят сами отчеты или находить какую-то информацию, то, безусловно, компания не получит необходимого результата. Поэтому вот, собственно говоря, о таких инструментах, о их видах, о пути решения задач облегчения жизни категорийных менеджеров мы и будем говорить. Вкалывают роботы, а не человек. Мы все время хотим автоматизировать многие процессы рутинные, при этом дать человеку возможность творчески подходить к своей работе и при этом приносить больше пользы. Абсолютно верно. Плюс в этом есть три направления. Роботы должны, с одной стороны, подсказывать о событиях, на которые я должен отреагировать сегодня. С другой стороны, они должны помогать синхронизировать действия категорийного менеджера со стратегией компании. А с третьей стороны, помогать ему выполнять регулярные операции с минимальным количеством рутины. И вы в этом поможете? Безусловно. Приходите на сессию, мы об этом очень подробно поговорим. Спасибо большое.